неважно, в русской, в английской, в немецкой, какие мне доступны, там, языки, которые я знаю. Это процентов, наверное, 60 от всей песни. 40 все-таки это музыка, 60 это тексты. И для меня Илья Кормильцев — это самый лучший, самый яркий поэт, который писал для русского рока. Мы сегодня исполним одну песню на его стихи, но прежде еще одну нашу. Да, мы не грузим. Thank you.
песня, которая, как мне кажется, подходит к сегодняшнему настроению и поводу. Для них, для меня очень важны слова именно в них, там, мои любимые тексты из моих текстов. И это будет песня «Я жена».
И следующая песня называется «Замерзай». Надеюсь, что таланты подобного масштаба, они будут продолжать появляться, хотя вряд ли можно сравнивать одного гения с другим гением. И вот прежде чем я сегодня свою последнюю песню на сегодняшний день не исполнила, хотелось бы еще раз поздравить его с 50-летием и поблагодарить его за то, что он был и есть.